Всем привет! Наиболее часто типичных раков описывают следующими словами: чувствительные, скромные, богатым воображением, домоседы, любящие развлечения, капризные и экономные. Представители этого созвездия обладают сильными покровительскими и материнскими инстинктами, управляют входными воротами между видимым и невидимым, через которые души должны пройти в физическое воплощение. Он подвержен психическому воздействию, и его притягивает оккультный мир. Его интерес распространяется на спириотизм и другие виды контакта со сверхъестественными силами. Обычно рак несколько застенчив, но когда уверен, что находится среди друзей, может и пустить пыль в глаза. Поможет в поисках признания и одобрения, а частично просто из желания видеть других смеющимися и веселыми. Когда он представляет сам себя и свои естественные наклонности, он легко может стать мечтателем и мистиком. Но когда внешние условия побуждают его к действию, он проявляет большое упорство в достижении цели. Раку необходимо убедиться в том, что люди, с которыми он имеет дело, имеют высокие порывы, помыслы и хороший характер. Общение с людьми с психикой более низкого уровня может оказаться для него губительными. При выборе профессии он должен искать работу, где его чувственная натура была бы благом, а не помехой. Поскольку он приветлив, симпатичен и популярен, он может иметь успех в политике. Другая идеальная работа – это рекламное предприятие, управление гостиницами, торговля, театры, рестораны, работа с античными ценностями и агентствами по поиску талантов. Положение Луны в момент рождения в значительной степени определяет, какие слабости и преимущества рака будут определяться в его жизни. Однако можно взять за правило, что пониженная жизнеспособность в результате эмоциональных стрясок и слабое душевное состояние – это характерный признак этого знака. Рак бережлив и усерден и имеет репутацию искусного торговца, который может взять все из любимого вида ремесла. Обычно он гражданин и патриот, который ценит традиции своей страны, свободу и справедливость, и готов защищать их, если чувствует, что они находятся под угрозой. Никто так не нервирует рака, как дисгармония в личной жизни. Если он почувствует, что его партнер не любит, или то, что его пренебрегают другими членами семьи, он мрачнеет. Типичному раку редко нравится своя личная жизнь, как в результате внутренний конфликт, стресс и физические расстройства. Знаменитыми представителями этого знака являются Джон Рокфеллер, Том Круз, Эрин Стерли Гарден, Пьер Карден, Джорджио Армани, Анна Ахматова, Эрих Марина Ремарк, принцесса Диана, Патрис Ламумба, Сильвестр Сталлоне, Никола Тесла, Харрисон Форд, Рембрандт, Евгений Евтушенко, Герман Гёссе и Эрнест Хемингуэль.